Главное это, Да ну, и своевременно. Нет, кто бы скоро знал. Хотя они не сильно дорогие вроде. Да скоро кто будут бы знал. Говорить, оружие найдешь в бою, боец. Не, у меня новое, например. Патроны найдешь в бою. Дронов полутаешь. Да, батарейки полутаешь. Скупнешь себе. Что там пишет? Что, так, варпаем. Варпаем 30. Ага. 30. Арена 4. Арена 4, да. В бродкасте на 30. Да. Кроме Пунишер. Пунишер в ноль. Вжух. 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 Вжух, и ты в лузер ветки. Алло. Завали. А у нас на дальность лока тоже будет, да? Да, да, да. Все будет. All inclusive. Не, на сегодня Вектор, Вигеланд, Хурик Флит, Харба Флит, Балгорн. Шотган. 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 Нужно а логист, убивать... логист какой? Или вигеланты, или логист. Анейрос. 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 Насилуем логиста, потом БКшки. Изи. Угу. Но у нас получается, по стопу сразу это... вигелантов. Ой, всех не по стопу. Всех не по стопу. Всех не по стопу. Я думаю, ребят, нам... давайте... А Бобров как гидра. Можно и Бобров пощелкать. На подлете, на подлете. Да, на подлете. О, так мы у нас ближний по два. Близкий. Отлично. Так. Только под вигеланты не лезьте. Под вигеланты не лезьте. Бобров да, срезаете, да, а потом. Короче, давайте попробуем пунишером одним держать Баал, наверное, а вторым панишером ворваться в логиста, затаклить его. Давай логисты. Давай, давай, я подержу Баал. Спасибо. Там еще виджики нас будут стопать, кстати. Не забывай. И дронов сразу в логиста, правильно? Балфор. Да, дронов сразу на Нейрос. Он праймари. Три бобра у них. Праймари Анейрос. А, нет, давайте хаунды сначала попробуем снести. Но да, едем сразу в Анейроса. Едем в Анейрос, убиваем да, всех бобров. Они убиваем. Очень много ДПС потом нанесут. Да. Давайте Letter C. Короче, лочим бобров, убиваем их. Едем в логиста. Потом бьем логиста, потом бьем Неви БКшки по этому самому, по дистанции. Правильно? Так. Бал с пушками, бал с пушками, да, кстати. Бал с пушками. Один пунишер держит этого самого. Я держу бал, я держу бал, да. Да, едем сразу вот в сторону их этих самых. В сторону логиста, короче, едем. И дронов сразу на логистов. Дронов не тратьте на эти самые. У них, во-первых, вигелант один всего лишь. Во-вторых, у них хурики флит, которые мало дамажат. Да. Так что все. Да. Скорее всего, трекдизами упиханы. Следите за своими. Кто? Бобры, да. Бобры могут быть, да. Вигелант рельсовый. Заряжайте, кстати, средний патрон, не самый. Да, не самый ближний. Поэтому, смотрите, праймери у нас будет G-Funk хаунд, потом второй хаунд, потом пурик. У хаундов, по идее, меньше армора, насколько я помню, правильно? Да, все правильно. Хорошо. Бобров срежете, все, будет. Потом логиста, потом вексера. Да. Не вексера, а скорее хурик. Вексер, может быть. Вигеланта. А потом, да, вигелант, потом, видимо, эти самые. Ну, вы поняли. Два хаунда Пурика, Нейрос, вигелант, и дальше разберемся. Да. Хаунд G-Funk Primary, давайте я все-таки заменю. Кто шарит Балгорн? У них пульсовый же, точно? Не какой-нибудь там ёбнутый таховый. Просто нет, не хотелось бы это обнаружить. Пульсы. От него да? А, Нейрос, на Нейрос я вешаю. Про дронов не забываем. Да, ну, дронов сразу на Нейрос. Да, пульсы вроде. Но тут сразу понятно, что вот топить не получится под дамагом. Да, поэтому в греве на гретом ВД делайте рывок в ту сторону. Да, в сторону в Нейрос. Ну можно между Нейросом и пуриками их. А, так не, они там все вместе, в их сторону делаем. Угу. Если Баал пульсовый, то значит у него меньше сеток. Да. По идее, да. 2 или 3. Да, и смарта всего одна. Это он очень долго меня будет смартить. Значит, парни, G-Funk, потом Колонел, потом Ксордон. Потом Анейрос. Потом следующую цель заколем в зависимости от рейнджа. Видимо, Вигелант. Да, четверочку повешу Вигеланту. Не, лучше пока больше не будет. Сейчас начнется уже. Резист к трекдизам у нас, я надеюсь, есть. Да. Да. Отлично. Кричим, если там ЕЦМ дрон, пока на сканрез поставил. РСБ, наверное, кидать на без скрипта.
Или какое? Без скрипта, без скрипта. На скрипт. Сенсор буст. Я на сканрез заряжу. На сканрез, да. Бобров, да. Но смотрим, если будут ЕЦМ дроны, то меняем. Да. Смотрим обязательно. Угу. Вполне возможно, нас бомбить будут. Ну то вполне. Что нас бомбить? Ну, три бомбы, своего логиста бомбить. Так, 30 секунд. Primary G-Funk, secondary Colonel, Xordon, потом Aneiros, потом Vigilant. Линки ап. Все линки ап. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Держу бал. Так, G-Funk Primary, G-Funk Primary. Армор боты. А теперь Primary Colonel Curse, Colonel Curse Primary. Colonel Curse Primary. Сетка на кукусике. Colonel Curse, потом Курик Xordon. Сетка держит Элайва. Потом, после Колонела, будет Xordon. Скрам на Вигосе. Добиваем? Конечно, не. Давайте сейчас добьем колонна. Aneiros взял. Да, давайте, Xordon Primary. Угу. Поехали на Aneiros. Минус хайба. Xordon Primary, поехали на Aneiros, парни. На Aneiros. Бьют Элайва. Xordon Primary, поехали на Aneiros. Убивайте Aneiros. Purifier Бобров. Aneiros. Этих, блядь. Уезжаем нахуй к Aneiros. Короче, Aneiros Primary, парни. Уезжаем. Aneiros Primary. Сейчас будет минус харба. Плохо. Aneiros Primary. Есть скрам на нем? Да. Хорошо, подъезжаем. Так, дамаг на кукусики. На дамажные он патроны обычный. К Aneiros подъезжаем и греемся. Ну, от балла вроде оторвались почти все. Давай. На дамажные патроны и на оптимал подъезжаем. Давайте. Харба остались. Были... Греемся на Aneiros. Греемся, парни, греемся на Aneiros, давайте, надо пробить его. Эти дауны его джамят, блядь. Греемся на Aneiros. Не бейте, блядь, ебучий пурик, убьем его сразу после Aneiros, погрейтесь нормально на Aneiros. Давайте. Потом пурик будет после Aneiros. Давайте. Пурик убиваем. После пурика Аякс, Хурик Флит. Аякс, Хурик Флит, следующая цель после пурика. Убили пурик. Дальше Аякс, Хурик Флит. Аякса убили. Аякса убили, кайтем их. Кайтем. Аякс Праймари, Хурик Флит. Потом Вигелант. Давайте. Аякс, Хурик Флит, потом Вигелант. Выезжай, Вигелант, если сможешь. Потом будет Сквишинатор. Поймай Вексер. А, ну ладно. Поймайте кого-то, Пурик, Панишеры, поймайте. Аякс от нас оттапливает. Я Хурик поймаю. Минус Харба. Аякс от нас оттапливает. Давайте свич в... Давай Сквишинатор. Сквишинатор, конфирм. Сквишинатор. Primary Сквишинатор. Сквишинатор Primary. У вас еще Вексер в клазине, потом не забывайте. Сквишинатор Primary. Виджик натапливает на вас. Да, вижу. Потом Виджик. После Сквишинатора Виджик. Виджик, по-моему, на Айстима целится. Да. Греемся на Сквишинаторе. Разворачивается. Вексер рейв-дронов юзает, скорее всего. Греемся на Сквишинаторе. Не держу бал. Он поехал, он не убили. Хорошо, давайте греемся на Сквишинаторе, парни. У нас 3 БКшки осталось. 4 БКшки, все нормально. Сквишинатор, не сожгите. После этого будет Вигелант Баб. Вигелант Баб, следующая цель. Дамахвейзис. Уезжай, если можешь. Сквишинатор, потом Баб. Давайте. Баб Праймари, Виджик. Такл дайте на него, ребят. Вигелант. После Вигеланта будет... Отползайте от Болгорна. Отползайте, конфирм. Дальше будет Хурик, Аякс. Ты моего... ближе всего к нему. Я отползаю. Потом будет Аякс. Аякс будет после этого самого. Такл на Виджик. Сейчас хорошо, будет, умница. Будет. Давай. Дальше будет Аякс. Едем в сторону Аякса, вот туда вот. В сторону Аякса едем. Бал в твою сторону ползет. В сторону Аякса едем, он секондари. Он на МЖД юнити, нормально. Только смотри, как МЖДшник. Добиваем же этого самого, Виджик ебучий. Ой, Вигелант, да, добейте, парни. Виджик утапливает. Зумбал к тебе поехал. Я понял. Ну добьете Виджик, ребят? Хорошо, Аякс Праймари. Курик скрам. Я там МЖДшник. Аякс Хурик Праймари. Аякс Хурик Праймари. Добейте, если кто-то, у кого-то будет возможность, добейте, пожалуйста, Виджик ебучий.
На мне сетка от Баала, на мне сетка от Баала. Праймари Аякс, праймари Аякс. Меня праймарят, меня праймарят. О, Исис добьет, Исис добьет, Вигелант. Давайте, а если я в сторону, уходи от зума. Аякса, ребят, после Аякса будет Брутикс Неви, Шарпок. Шарпок, следующая цель. Шарпок, следующая цель. Шарпок, следующая цель. Шарпок после, после Брутикса. Так ли тебе Шарпога, окей? Так ли, так ли, так ли. Хорошо, сейчас. Шарпок, следующая цель. Так Шарпок, Шарпок праймари, Шарпок праймари. Бля, я без копы думаю, что такое пушки не активируются. Жру батарейки и бью Шарпога. Бью Шарпога, ребят, давайте. Вигелант, это что, не добились? Я добился. Шарпок, Шарпок, Шарпок. А потом Брутикс Неви nice. Скайфия, Скайфия. Давайте, давайте, давайте. Я еще в хуле. Блин, батарейки нужно. Память. Шарпога, добейте. Чего же вы его не добиваете, парни? Бьем, бьем, бьем. Давайте, Шарпок, Шарпок. Не спалите только, нихера не надо. Не спалите, не палите, да. Шарпок праймари. Я еще в структуре. Я еще в структуре. Шарпок, потом Вексор добейте. Все, я минус. Шарпок, потом Вексор. Потом Баал. Шарпок, потом Вексор, потом Баал. Давайте, ребят. Вроде нормально, вроде у нас все окей. Я режу рендронов. Давай, 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 давай. ХП у Шарпога какое? Исис сейвис. Исис сейвис. Исис сейвис. Дальними патронами дамаг, бей. Дамаг похью, дамаг похью. Скид. Но... Какой скид. ХП у Шарп... Шарп... Поймай, о, поймай, о, может, балл. Поймай, может, балл. Хотя... Блин. Вексор просто орбитит одного из наших БКшек. Он... Так Шарпсига добейте. Брутик. Уже сложно стрелять, потому что капа, капа, капа. Капустер, бля. Капустер. Капустер, жри, на МВД уезжает Баала. Жру. Я под таклом с Вексора стою уже. Стим, беги куда-нибудь оттуда. Хэви дронов отстрелить или уже не осталось? В праймере наливай. Ну ползи на МЖД, Стим, и ты, скорее всего, сможешь это... Орбить, орбить Брутиксом, орбить Брутиксом, Бал, орбить Брутиксом, Бал. Я пытаюсь, пытаюсь. Ага. Там несколько Деонов, они просто тупят на месте. Не... Бля, я не поймаю Бал ебаный, потому что Вексор меня поймал. Я сейчас сдохну, минус. Добей Вексор. Добей, Вексор, добей. Вексор. Ребят, теперь от Баала, пожалуйста, кайтите Баал. Пунька, держи Вексор. Пунька, держи Вексор. Хорошо? Держу, держу. У нас сейчас поинтов больше. У нас сейчас поинтов, по-моему, больше. Я сдох. 22 плюс Рандольф. Нет, сейчас у нас меньше. У нас больше. Меньше. На один меньше. Вексор, добейте все. Вексор. Убейте Вексор, парни. Убейте Вексор, да. И от Баала уедьте нахуй далеко. Просто Вексор дальними патронами бейте. Пунькой, пунькой Вексора потом затакли. И, он и его просто держит. Вы держите. И просто держите. Все, все, держите, держите, убейте Вексора и держите. Все, сколько, до конца матча держим. Вексор? Бля, меня убьют сейчас. Ну, это бля, все равно. Кто? Свали. Кто, Баал, кто? Попробуй хватит. Порбить его. Я ребят, сколько, убейте бля, Вексор. А, нет, мы, по-моему, если мы убьем Вексор, мы все равно проигрываем. Нет, или... мы... Не-не-не, нормально. Нет, Вексор, нет, надо убить Вексор. Убивайте, ну Вексор хп. Даже. ХП Вексора сколько? Две минуты. Убирает, блядь. Полпотек. Так Баал 23 очка. Мы проиграем. Сейчас Рэнбис, спасайся. Вон внизу очки. 13, 13 плюс 11, алло, вы чё? Ребят, один поинт. Давайте, убейте Вексор. У нас 77. У нас 77. Можно Баал бить. Рендель, сваливай. Бейте Баал, кайтите его. По маякам. Бейте Баал. По маякам, пацаны. По маякам, кайтите. По маякам. Кайтите по маякам. Рандольф, держи Баал. Айстим, Рандольф, держи Баал. Держи, Айстим. Попытайся удержать. Трансверсал. У него смарт, аккуратно. У него смарт, аккуратно. Он нормально держит трансверсал. Рандольф, Геральт, на тебя едет. С маяка упрыгай нахуй с твоего ближнего. Только не за арену. Пожалуйста, Геральт, от тебя сейчас очень здесь, много зависит. Здесь, дал бракас, давай, давай. Топи. Пожалуйста, на Пунька, них, Пунька, держи них, Баал. И... Пунька, держи Баал. А Айстима, ты нас выбеги тоже. Пунька, держи Баал. Не могу ничего врубить сухой. Блять, нос. Но он и не убьет Геральт, его, он отпрыгни, его не убьет, Геральт, все нормально. Отпрыгни, Геральт, отпрыгни. Только не торопись, убьет, не торопись. Рундельфу пофиг. Геральт, ты должен отпрыгнуть. Не торопись только не торопись. Да. Вниз, вниз, лучше на другой вниз, маяк куда? Вниз, да, вниз, вниз. Вниз, вниз. Все, можно тихо, тихо, сделать? Тихо, не базарь. Я вижу. Все. Он все видит, он все видит, все ок. Лично. Все сейвимся просто. Дэвид, давай, минута. Давай, давай, минутка. Геральт, скажи мне, что ты делаешь? Он уже переориентируется, по-моему, вниз, Болгор. Да. Я нажал МЖД.
Помнится. И уезжает от него на самый дальний МЖД. Рэндальф, там дальше еще МЖДшный, но не жми слишком рано. Кстати, потом прыгать на следующий. Налево. Да, на следующий. Налево. Джамп дронов на бал активируйте, если у вас есть. Да. Пунька, Пунька, он тебя держит этими самыми, да? Это лучше. Нет, он меня ничем не держит, я МВД спалю, когда пытался на него наехать. А, 30 секунд. Нормально, все. 29, 28, 27. Налево. Тихо. Геральт, еще раз, наверное, отпрыгнуть. Он сейчас Рэндальфа стреляет. Он промазывает, он промахивает. Он в Рэндальфа стреляет, не попадает. Он не достанет просто. Ему не хватит поинтов, Да, все ок. Только убьет один поинт разница. Да, все нормально. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Умницы! Ой, ебать, класс. Пиздец, блядь. Кто король МЖД юнита в игре? Молодец, Гера. Кто меня правильно я отпрыгнул, блядь. Меня правильно я отпрыгнул, блядь. Насу. Лаунды тайм. Я покурить, потому что пиздец. Пиздец был, да. Сколько у нас до следующей серии банов? 5 минут? Сейчас уже будет. А мне вот обидно, что я первый сдох в этом участке. Я второй или третий. Панди, я верю, что ты сделал все лучшим, блядь, образом, и они, блядь, зубы еще Бобры, он второго, в третьего бы правый качивал нормально. Да. Ну потому что мы в клос уже потопили, трекинг никакущий был. Ну, кстати, да. Если бы мы дальше были, мы бы даже лучше бобров отстрелили гораздо. Я думаю, все три. Линкутики его флит сейчас. Я провидел, я там промазал несколько раз вообще. Все, нас домой посылают. Ника, можно я тебе не отдам этот пункт? Можно.